В Лебурже сегодня открывается юбилейный 50-й международный авиакосмический салон. Выставка будет работать до конца недели. Свои последние разработки представят более 1500 компаний, в том числе 46 российских. Самые громкие отечественные премьеры – истребитель Су-35С, самолет Як-130 и боевой вертолет К-52. Из Франции репортаж нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. На крупнейшем юбилейном 50-м авиасалоне в Лебурже представлены больше 2000 компаний. 44 страны показывают образцы военной и гражданской техники. Но внимание всех приковано к новейшему российскому истребителю Су-35. Ему французы отдали центральное место на главной аллее. 30-миллиметровая пушка, 12 точек подвески для ракеты бомб. Дальность обнаружения цели превышает 400 километров, а бортовой радар позволяет сопровождать объект на расстоянии свыше 80 тысяч метров. Су-35 без дозаправки пролетает больше 3500 километров. Это самый мощный в мире истребитель 4-го поколения. Здесь тоже у нас закрыто. Перед тренировочным полетом машину осматривают техники. Конструкция выдерживает перегрузку до 14,5 единиц. При том, что для человека предел это 10. То есть кабина пилота защищает летчика. Самолет может легко переходить из режима сверхманевренности на малых скоростях на режимы скоростного воздушного боя. Совершенствование системы позволяет летчику пилотировать очень безопасно, комфортно, не отвлекаясь от выполнения основной боевой задачи. Самолет, конечно, нужно осмотреть обязательно и, как говорится, перейти с ним на одну волну. Его погладить, потрогать нужно, потому что он как живой. Он испытал больше полусотни военных самолетов. Говорит, что двигатель здесь особенный. На 1 килограмм тяги приходится 1 килограмм веса, что позволяет выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Пространственные бочки, кульбиты, плоский штопор «Кобры Пугачева». На Су-35 впервые опробовали вектор тяги. Это единственная в мире машина, которая может сделать блинчик. Разворот на 365 градусов в горизонтальной плоскости без потери скорости. В прошлом инженеры главный конструктор КП «Сухого», а ныне глава компании, наблюдая за полетом истребителя, явно переживал. Су-35 за рубежом представляют впервые. В нем особенная аэродинамика, в нем особенный двигатель очень большой мощности и с поворотным вектором тяги. В нем особенная система управления, которая позволяет обеспечивать превосходство как на обычных режимах маневренности, так и на режимах сверхманевренности. Иностранные специалисты проявляют к истребителю повышенный интерес и признают лидерство России в этой отрасли. Я 22 года в этой отрасли, многое повидал, но этот полет что-то невероятное. Это не истребитель, это просто НЛО. Скажу честно, я впервые в жизни плакал от восторга. До конца 2015-го на вооружении российской армии появится 48 таких самолетов, 10 уже в строю. Рособоронэкспорт рассчитывает начать поставки за рубеж. На Лебурже планируют подписать контракты на продажу сразу 3 машин – Су-35, Як-130 и вертолета К-52. Кроме того, состоится передача первого российского пассажирского самолета «Суперджет-100» мексиканской компании «Интерджет». Анастасия Попова, Евгений Полойко. Вести, Лебурже, Франция.